Пожалуй, впервые в отчете статистиков почти нет ни одного товара или услуги, которые хотя бы из-за сезонности несколько подешевели. Если сравнить рост цен с ноябрем 2015 года, то цифры, по сути, не пугают. Но если взять за пример цены декабря 2014 года, то картина не впечатляет. Так, в прошлом декабре, по сравнению с ситуацией годичной давности, цены на продовольственные товары повысились более чем на 10%, на непродовольственные – на все 20%. И это, похоже, не предел. Больше всего изменений претерпела стоимость медикаментов и еды. Так как были праздники, повысились цены на майонез. Составило 7,4%. Мясо птицы на 4,8%. Соки на 4,6%. Овощи свежие на 3,1%. Из них было отмечено рост цены на капусту. Составило 16%. Средняя цена 87 тенге за килограмм. Одежда, мебель, чистящие средства – подорожало все. Изменились ценники также на все виды горючего, а также автомобили. Заказывать международные звонки стало дороже почти на 30%. Сделать памятный снимок – на 11,5%. Арендовать квартиру – на 3,6%. На этом фоне подешевели разве что авиаперелеты. Стоимость услуг воздушного транспорта снизилась почти на 4%. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».